Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Президент Watches». Сегодня мы расскажем вам о часах Casio Edifice EFV500D7A. Корпус и браслет модели сделаны из высококачественной нержавеющей стали. Застежка на браслете металлическая, клипса тип бабочка. Задняя крышка стальная с информацией о модели. Циферблат защищен минеральным стеклом, который очень сложно поцарапать и еще сложнее разбить. Способ отображения времени аналоговый. Римские цифры. Есть окошко с датой. Два циферблата, отвечающие за работу хронографа на полчаса, на 30 минут. А также малый циферблат, отображающий время в 24-часовом формате. На стрелке нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи SR920. Класс водозащиты у часов 10 атмосфер, что позволяет с ними плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты часов: длина от ушка до ушка 54 мм, ширина корпуса 47,2 мм, толщина 12,1 мм, вес 147 грамм. Для управления хронографом предусмотрены кнопки, расположенные справа, чуть выше и чуть ниже основной коронки. Спускается хронограф верхней кнопкой. Видите, пошла секунда. Ей же останавливается и сбрасывается до нуля нижней кнопкой. Для установки даты и времени предусмотрена коронка по центру. Чтобы установить дату, отводите коронку на один щелчок и поворачиваете ее против часовой стрелки. Далее, чтобы установить время, отводим еще на один щелчок коронку в сторону и поворачиваем в любом направлении. По окончании настроек возвращаем коронку на место. В комплект с часами идет инструкция на нескольких языках, включая русский, а также гарантийный талон с указанием уникального серийного номера, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров в России и странах СНГ. Все упаковано в фирменную коробку Edifice. На этом у меня все. Спасибо за внимание.